Привет, друзья пчеловоды. Я пчеловод из Швеции, Монаков Олег. Приехал я из Ташкента, родился в Ташкенте, прожил 40 лет. Приехал в Швецию работать. Пчеловод я уже 35 лет. Начал в Ташкенте. И свой фильм или курс называется «Странное пчеловодство». Почему странное пчеловодство? Потому что все, что я буду показывать, оно не так совпадает с общепринятыми правилами. И я думаю, что вы будете поначалу очень раздражены, что оно совершенно не совпадает с теми общепринятым пчеловодством. Оно очень сильно отличается, но благодаря этому, вот, например, сейчас я варю сироп. Этим сиропом я буду кормить в зиму. Весь мед я всегда, в 90-е, если помните, было не очень легко, и поэтому, чтобы хоть как-то сэкономить деньги, я забирал весь мед и кормил сахаром. Но после этого это не было так уж хорошо, и пчелы погибали. Но потом я увлекся лекарственными растениями и стал добавлять лекарственные растения в этот сахар. И понял, что это уже не простая вода с сахаром, а это уже лекарство. Настолько реальное, что, например, то, что в России есть КАС-81, это действительно реальное лекарство, это действительно помогает именно так, как о нем говорят, и поэтому оно здесь тоже учитывается. В данный момент я свою программу начинаю с того, что буду показывать, как варится сироп. Это не просто вода скипела и засыпался сахар. Нет. Вы увидите здесь такие хитрости, которые для вас будут даже смешные. Предупреждаю сразу, смеяться лучше не надо. Запоминайте, потому что именно этот способ, именно вот это все, что я буду показывать, все эти разные хитрости, все разные секреты, у вас этого нету. У вас что-то приближается к этому, но не вы боитесь переступить эту черту, а я эту черту переступил еще, когда жил в Ташкенте. Могу сразу сказать, за все эти 35 лет я не знаю, что такое рой. Я ни разу его не поймал, я не знаю, как начинается, что пчелами надо делать. Я только знаю, что если погибает матка, это реально сказывается на семье по медосбору. И те пчеловоды, которые говорят, что рой это хорошо, это больше меда, это новая кровь, я с этим совершенно не согласен. Меня это удивляет. Поэтому никогда роев не было, я не знаю, как они выглядят. Почему? Потому что вот, конечно, этот сироп в зиму, это реальный толчок для силы семей, это реальный толчок для здоровья, это реальная помощь во время весны, это реальная помощь во время лета, это помощь осенью, потому что те рамки, которые пчелы сделают из него мед, они у меня стоят в течение года до осени. И вот осенью сейчас я эти все старые рамки уже использовал на поддержание этих отводков и молодых маток. И поэтому у меня уже кончается этот мед. И вот сейчас пчелы будут изготавливать новый мед. Живу я в Швеции. Порода у меня итальянка желтая, но сказать, что именно она у меня, я не могу, потому что я развожу этих маток.
Я развожу этих маток, я продаю этих маток, я продаю эти семьи. И поэтому сказать, что это прям чистая порода итальянки, я не могу. Среди них выходят черные матки, это норвежские, среди них выходят коричневые матки, которых я не знаю. Они причем как огурец длинные. Итальянка, она более компактная, более красивая, такая вот как российская, но только будет желтого цвета, как российские маточки, вот такие же, полненькие, хорошенькие. А вот эта порода, которая меня удивляет, тоже коричневая, продолговатая, как огурец, это какой-то особый порода, и она очень интересно себя ведет и в зиму, она очень интересная в лето. Мне это нравится. Пчелами нравилось всегда, потому что это реально прибыльно. Разводить хороших маток. Ко мне люди ездят издалека, просят посылками. У меня всего 20 семей. 20 семей осенью, 40, 50, 60 весной. Эту хитрость, которую я применяю, я не думаю, что у вас получается, чтобы все лето было 20, а осенью будет 50. Такую хитрость делаю пока я. Ну, а если у вас есть, я только буду рад. Однако ж, когда вы будете смотреть эти секреты, я думаю, что вы будете радоваться. Я буду вам показывать все эти нюансы, именно залазить в улей. У меня не такие ули, как у вас, но примерно могу сказать, что лежак есть и европейские, которые стоевые, и есть лежаки, которые большие, есть лежаки маленькие. Мне нравятся лежаки, потому что в них удобно и контролировать маток, и в зиму, чтобы семьи уходили не одна, а к одной большой семье, ты подсоединяешь двух малышей, они зимуют прекрасно, а весной опять разъединяешь маточек, таким способом спасаешь маточек. И есть такие всякие нюансы, которые я рад, что эти нюансы я уже делаю, что они у меня получаются, и поэтому я хочу вам это все показывать. И все это называется странное пчеловодство. Когда вы будете смотреть, не раздражайтесь, не пишите всякие глупости, которые... А я думаю, что отнеситесь с этим с пониманием, чтобы вам было выгодно. Почему я именно начал это показывать? Именно про сироп, про то, что у вас и такие пчеловоды. Я, например, стал... Я только год как пользуюсь интернетом, потому что не было у меня возможности по своей работе. У меня не было возможности вообще прикасаться к телефонам и к интернету. Но когда мне жена объяснила, как это делать, я стал смотреть YouTube, именно российское пчеловодство, потому что это все родное. И там есть такой пчеловод, мегастаратель. Это мне очень он нравится в том плане, что он делает огромную работу, но в итоге это очень огромная работа. Он мне нравится, он классно все делает, молодец. У него вот именно он задал вопрос такой: есть ли пчеловоды в России, которые кормят в зиму сахаром? Он вот только сейчас стал приближаться к тому, что сахаром выгодно, потому что он зимой минус 30, он не твердеет. Мед же он твердеет, и пчела, если слабенькая пчела, то она с голоду умирает. Сидя на меде, она умирает с голоду. Он это заметил, и сегодня он спрашивает, что откликнитесь те, кто знает, как на сахаре зимовать. Вот я и решил все-таки откликнуться, считая себя все-таки узбеком, русским узбеком, живущий в Швеции. Хочу откликнуться к этому пчеловоду и сказать: да, есть такие, которые зимуют на сиропе, не на сахаре, нет. Для этого
вот сейчас вода уже закипает, но для этого я покажу вам, что я буду заваривать. Это будет чай. Чай на... Мне надо сегодня сделать 80 литров воды. Вот здесь вода закипает 60 литров. Вот здесь вода закипает 50 литров. Но когда я запарю растение, ее она увеличится. Так, начнем. Черемуха. Это в первую очередь лекарство от живота. Если вы знаете, наши бабушки, они при случае поноса или же проблемы с животом, они заваривали черемуху. Это прекрасное лекарство для живота. Итак, обычный дуб. Полынь. Крапива. Родная крапива. Все врачи советуют, чтобы пить чай из крапивы. Он, человек очень хорошо выздоравливает. Так, шиповник. Вот это все надо будет порезать и запарить туда. Поэтому я сейчас много говорить не смогу. Да и незачем. В процессе продолжение я буду о себе рассказывать, вы будете спрашивать, я буду рассказывать. Я лишь покажу вам, как надо это мелко резать. Значит, дуб и черемуху, и дуб, черемуха, и что же еще там? А, забыл. Это как ее? Сосна, забыл совсем. Сосна, черемуха и дуб уйдут в котел и будут там вариться минимум 30 минут. Кипеть, чтобы вода кипела, ну не так сильно, но чтобы кипела. А крапива и полынь, я ее нарежу сюда, но предупреждаю. Не экспериментируйте и не делайте, например, не добавляйте чистотел в этот сироп. Не стоит. Это большой риск, потому что чистотел... Я не рисковал и вам не советую. Вот он, чистотел. Он у меня здесь чуть-чуть растет. В общем-то, это дача. Моя дача. Здесь, в Швеции, живу я 15 лет. 15 лет, и за это время перечитал очень много и пересмотрел российских лекарственных растений, все какие лекарственные. Вот по поводу пижмы тоже не советую. Пижму не надо сувать в этот раствор. Это очень опасно. Не делайте того, чего не знаете. Вот эти ингредиенты, что я показал, черемуха, полынь, крапива, яблоки, все фруктовые деревья. Вот все абсолютно веточки режете вот таким способом. Берете концевики. Не надо резать толстый. Берете концевики и режете. Вот, например, в это ведро я буду запаривать. Ее не надо варить, полынь и крапиву, ее не надо варить. Ее достаточно запарить. Вот эти толстые нехорошие концевики убираете, красивые, начинаете резать вовнутрь. Когда запарите, ее здесь практически не будет. Вот эти кусты, что я сейчас нахрумкаю, они
того, как кипяток зайдет, все это уменьшится. И получится черная, темная, вкусная вода, которую вы можете спокойно всю семью напоить чаем. После чего мужики будут искоса смотреть на своих жен. А жены будут ласково улыбаться. Конечно, не так, как после маточного молочка или же трутневого расплода, нет. Но это реально, реально для здоровья хорошая вещь. Работаю я здесь краснодеревщиком на фирме. Фирма большая. Очень часто приходится оставаться после работы, потому что шеф просит. И поэтому переодеваться мне некогда. Это вот моя рабочая форма. Я там и малярничаю, и лакирую, и... Ну, как все русские, шибко умные, поэтому на них катаются. Это для иностранцев это всегда было хорошо. Я не обижен, зарплата хорошая. Поэтому я рад, что у меня есть эта работа. Я работаю с удовольствием. А переодеваться мне некогда. Я и к пчелам быстро-быстро. Пчелы очень хорошие, добрые, не бешеные. Правда, осенью бывает, что они бешеные. Сегодня я буду только покажу весь процесс этого сиропа. Точно такой же фильм я делал для шведов. По-шведски я говорю отвратительно плохо, и поэтому, чтобы они поняли, что я там лепечу, я больше показывал. Я показывал, как брать веточку, как надо срезать. Все вот это я показывал. И поэтому, если вы хотите уж так досконально посмотреть, как это все выглядит, вы можете зайти на шведское пчеловодство. Оно все одинаково в Ютубе, что русское, что шведское. Просто нажмете. Странное пчеловодство, по-шведски это будет Konstbeodling. Konstbeodling. И я, Konstbeodlare, странный пчеловод, который понавыдумывал всяких хитромудростей. И теперь вот хочу с вами поделиться этими хитромудростями. Все-таки 35 лет пользуюсь этим, никогда не обижен. Всегда я доволен тем, что 100% выходит и отводки на трех рамках, и большие семьи на 10-15 рамках. Все выходят, все друг друга эти пчелы. Если правильно с ними начать разговаривать, они делают такие чудеса, от которых душа радуется. На поэзию тянет, мать твою. Так, крапиву теперь. Не стесняйтесь и не бойтесь ложить вот эти ингредиенты. Все равно больше, чем это ведро, вы не нарубите. А полное это ведро, это будет такой заряд для пчел, что кормить вы будете в зиму. Если вы начнете с 20 августа кормить потихоньку, чтобы как бы матки продолжали сеять, то в сентябре, в октябре это будут такие мощные семьи, такие мощные пчелы, и будет рамок не 10-15, а можете 20 рамок делать. Это во-первых. Во-вторых, все эти рамки вы сложите точно так же, оставляете в этих корпусах на улице, но так, чтобы не было напада, чтобы не разворовали. И эти рамки
в любой момент вместо ваших этих всяких какие там сахары, махары, там добавки у вас, каких вы только химии не придумали. Ничего этого не надо. Взял рамочку, которая уже будет готова, которая вот с этими уже лекарствами, которые, попадая в семью, исчезает назематоз, исчезает большая часть, а воротоз сыпется всю зиму. Меня это удивляет, что действительно КАС-81 или какой там этот КАС против воротоза, он действует всю зиму. Вот сколько они его лопают, вот этот запах от этих растений, или же он слабый становится, или же он действительно умирает, но на дно его сыпется просто очень много. Каждый раз, когда ты проверяешь это дно, его очень много. И по поводу воротоза могу вам сказать, если у вас будет правильная вентиляция, которую я вам покажу, у вас вентиляция совершенно никакая, вы над пчелами просто сильно издеваетесь, ваша вентиляция работает не на 100%. По-моему, пчеловод у Дмитрия и еще пчеловодство, там вот более-менее примерно хорошая вентиляция, но не на 100% она работает. У них должны быть мощные семьи с такой вентиляцией. Такой вентиляции должны быть мощные семьи. И если семья вдруг ослабеет, а пчеловод не успеет посмотреть, то она замерзнет. Поэтому если правильная вентиляция, вот этот мед, который вы будете давать в зиму, улей, конструкция улья, все вот это сыграет роль, что воротоза, воротоз для меня вообще не проблема. Я не знаю, я не вижу такой проблемы, как вот говорят, что он за лето съел семью, что осенью пчела слабая. Все, я верю, у меня, конечно, любимый мой ученый, это Кашковский. Я его все лекции по 2-3 раза переслушаю, лишь только потому, что те вопросы, которые у меня по жизни были, и я не знал, как их назвать, слушая его, и когда он именно мои вопросы, которые я сам себе задавал, он мне на них отвечал, я его готов был в засос расцеловать. Настолько он четко и правильно, наука, СССРовская наука рассматривала этих пчел. Единственное, что не до конца он договорил, это... Он сказал, что роль трутней – это самая мощная роль, что не надо уничтожать. Я с ним 100% согласен. Еще до его лекции я был с ним согласен, потому что, чтобы хороших маток разводить, должны быть свои трутни, которые живут вместе с тобой, вместе с пчелами до октября месяца. Последние матки у меня облетываются в октябре. Это северная страна, хочу подметить. Холодно здесь, так же, как в средней полосе России, но у нас нету минус 30. У нас максимум минус 20. Постоянно, каждый день. Ну, сейчас из-за климата, который меняется, климат стал плюс... Плюсовая температура стала. Поэтому и в России это сильно заметно, и здесь. Но и тем не менее, это Скандинавия, тем не менее, здесь холодрыга. Вот в данный момент, сегодня 15 сентября, или 14, или 15, холодное солнце светит, но холодный ветер, сегодня весь день он мучает этот ветер. И поэтому, как у всех, зима приходит с такой же скоростью, может она прийти за один день, с морозами и со снегом рухнуть,
А может тянуться до самого ноября, до декабря. В декабре будет первый снег. Вот последние годы в декабре первый снег. Но в ноябре морозы уже хорошие. Поэтому не хочу сказать, что я шибко умный, но те хитромудрости, которые я знаю, вам будет интересно. Вам будет очень интересно, потому что говорить о пчелах можно, мне дня не хватит, чтобы все рассказывать. Поэтому смотрите программу «Странное пчеловодство» и странного пчеловода русака, узбекского русака из Швеции. Смотрите, вам будет интересно. Так, значит, я сделаю так. Сейчас я вам покажу. Вот я нарубил. Вот видите, сколько нарублено. Это вот там, этот, тот пучок, который я вам показывал. Теперь, значит, вот это вот, вот то, что у меня сосна, черемуха, и я еще пойду сейчас яблоки накашу немножко, яблочек, веточки вот такие вот. А потом еще здесь растет чуть-чуть накашу. И вот это все я буду уже, вот сейчас вода закипает. Минимум, если есть время, ждите больше, у меня времени нету просто. Вот это вот ветки старайтесь срезать на мелкие, не надо кусками. У меня там видно, не? Вот это у нас сосна, так. Сосной прикроем. Начнем черемуху. Его много не надо, это так для крепости воды. Так. Это как соленые огурцы же дуб закидывают, ведь он же играет какую-то роль в огурцах, а мы потом едим и хорошо пердим. Поэтому и пчелкам тоже надо пропукаться перед тем, как идут в зиму. Чего я хотел тут палку? Ну что, продолжаем разговор. На чем мы остановились? На том, что живу я в Швеции уже 15 лет. Модели, например, скоростных поездов или машин, или еще там, на всякие заказы со всего мира
потом электростанции какие-то там пластом связаны. Поэтому работа, она не однообразная, каждый раз разная, интересная. Поэтому работать мне нравится. Но больше всего, конечно, пчелы. Пчелы в каком плане? Здесь в Швеции очень большой налог, 33%. Пчел, я любитель, я не профессионал. Любителей берется небольшой. Я даже не знаю, какой налог с нас берется. Потому что мы всякими деньгами, выходами. Мы не показываем все, что заработали. Получается, это та сумма, которая не облагается налогами, поэтому она реально чувствуется. Это деньги, на которые ты можешь съездить на море или же куда-либо позволить себе лишний мороженый купить. У меня здесь приехал я сюда, у меня было две девчонки, которые закончили эти все университеты и все эти. Одна уехала в Америку, в Майами жить, другая в Стокгольме. Им это очень нравится, страна. Та, которая в Америке, ей нравится Америка. Родился у меня здесь третий сын. Сынуля, красуля. Натуральный швед, который ни хрена не хочет работать. Которого ни под затыльником, ни палкой. Не, сразу отнимут, поэтому только на будьте любезен. И, сударь, а не желаете ли вы в туалет? Вот в таком ритме ты должен с ребенком разговаривать. Вот сегодня я варю. В прошлый раз я шведом показывал этот фильм, такой же точно, со всеми подробностями, как веточку резать, как ее складывать. Но это на шведском канале. Он мне помогал. А сегодня он сказал, не, сам есть не хочу, я отдыхать хочу. Вот он ушел отдыхать. Вот сейчас вода будет кипеть 30 минут. Это вот в этой бадье. А в этой бадье будет вода кипеть. Она не будет кипеть. Она закипит, и я ее уберу. Потому что она уже на подходе. Эту воду она закипит, я ее налью сюда, и будет она стоять столько же времени, сколько кипит вот это изделие. Потом все это через вот это сито, нулевое сито, вот в это ведро. Вот одним способом. Опа! Я буду наливать вот в эту бадью. 200 литров бочка. Не берите железные бочки, не советую. Кашковский сказал и объяснил, почему нельзя брать железные бочки. Там такая химия сложная для пчел, потом это сказывается и аукнется так, что мама не горюй. Поэтому Кашковскому я верю. Раньше я варил в железных бочках. Сейчас все у меня нержавейка,
нержавейка. Вот это единственная пластмассовая бочка, которую я залью 10-12 литров вот этого изделия. Залью я 12 литров этого изделия и начну засыпать сахар. Засыплю я туда сахар 180 килограмм. 180 килограмм. Ну, если будет погода теплая, такая, например, как 10 градусов, 15 градусов, конечно, тогда не надо делать 180. 150 килограмм. На 10 литров 150 килограмм. 12 литров 160 килограмм. 1 к 1,5. 1 литр вот этого изделия и 1,5 килограмма сахара. Это в зиму, это конкретно то, что кормить в зиму. А то, что вот сейчас теплая погода, и почему я именно сейчас начинаю пораньше это делать, потому что нужно сейчас еще успеть сильных семей из сильных семей помогать малышам, которые сейчас сидят на 3-4 рамках, это поздние маточки, раздуть их до размеров, чтобы они как можно больше было пчелы, ну где-то 6-7 рамок с пчелой пойдут в зиму, но на улице. А те, которые будут на 3 рамках, я, конечно, их уберу, к сильным семьям подсоединю, и они будут зимовать. Поэтому вот, ребята, хитромудрость в этом и заключается, что сейчас я налью сюда эту кипяченую воду, которая уже через полчаса, через 40 минут она будет кипеть. Я ее залью сюда. Засыплю ее сахаром. И она легко разболтается. Очень легко. Даже 2-3 минуты, и этот сахар на кипятке, он разболтается очень быстро. А на холодной воде ни хрена вы ее не разболтаете, ни хрена никаких лекарств там не будет. Поэтому я размешаю, и она остается до завтра. А в течение недели после работы я буду приходить, семьи разбирать, компоновать в зиму, ставить сверху лоду. Почему лоду, а не пакеты? Потому что пакеты, через пакеты за 2-3 дня 20-30 литров никакая семья не возьмет. А именно в открытом виде, то, что сироп им наливаешь, за 2-3 дня 20 или более литров, это у них это получается. У сильных семей это получается. Все это я буду рассказывать, все это буду показывать. Обо всем об этом потихоньку. Сейчас это странное пчеловодство, подмечу. Это странное пчеловодство, я странный пчеловод. Показываю еще одну хитрость, которую я ее должен делать в самом конце, когда уже все скипело, когда уже все заканчивается. Я делаю вот такую вещь. Когда я разжигаю огонь, я специально ложу большие чубаки. Вот они, эти большие чубаки. Вот он в течение всего времени, этот большой чубак, но потом я должен буду его вот сюда опускать. Весь уголь, который будет здесь, и весь уголь, который здесь, я высыплю сюда. Вот этот уголь я высыплю сюда. Это та самая хитрожопость, про которую никто никогда не знал. Почему я это делаю? Все мы при болезни с желудком пьем активированный уголь. Это вот то самое. Это дубовые полена. Все они дубовые или березовые. И все лекарственные журналы, которые есть, все пишут о том, что нам, людям, нужно кушать уголь, который именно выходит с печек. Уголь после... Самый полезный уголь — это березовый. Потом на втором месте дубовый. Или наоборот, факт то, что вот эти два дерева, которые очень полезны, его просто добавлять в пищу. Я его просто тупо добавляю вот в этот раствор, который приготовил.
И когда я через сито, у меня он очистится, чисто я залью сюда, а потом засыплю сахаром, получается красивый мощный раствор. Поэтому на первый раз эти хитрожопости уже для вас интересны. Запомните, что я этим пользуюсь уже 35 лет. Не бойтесь. Если уж вы боитесь, вы хотя бы уходит у вас семья на 5 рамках. Вот сделайте: первая рамка вот этот мед, вторая рамка ваш мед, третья рамка этот мед, четвертая рамка ваш мед и последняя рамка. И вы сами посмотрите, увидите, за счет какого меда пчела будет выживать. И вы сами увидите, какую энергию они будут в течение зимы держать. Все это вас удивит, потому что это странное пчеловодство. И вы кайфовать будете от этого странного пчеловода. Ну все, пока-пока. У меня еще будет к вам много интересного. Даже вопросы. Но надеюсь, что вам все это понравится. Сейчас уже остается маленькая работа. Я не думаю, что вам надо жевать все прям как шведам, до самой мелочей, как ложкой надо все это кушать. Как взять бокал, вот, например, вот так берешь бокал. Ах, красава! Вот, смотрите, какой красивый. Щай! Щай будете с пищениями! Щай с пищениями! Если будете, угощайтесь! Ух, кипяток! Кайф все-таки, нравится мне. Но что-то вот сегодня что-то не очень крутой получился. Что-то я, наверное, не добавил. Надо еще подумать, что еще добавить-то. Что-то так себе вкусный, но не так, чтоб крепкий. Или может я объелся что? Ну факт-то шикарный, сволочь. Ну. Кайфный. Ладно, ребят. Счастья вам и благополучия. Пока-пока.